Ай-яй-яй! Бля, дайте мне эту хуйню. Где найти этого мальчишку? Ай-яй-яй! Бля, я хочу это все. Вот я сейчас шоу доделываю, короче, песни на... Ну, формат, который на YouTube делал. Я вот вчера этим занимался. Я хочу это в начало ставить. Бля, разъеб. Все, молчим всем чатом. Сейчас опять будет, блядь, да, там, сын тайской шлюхи, блядь, да, вот что-нибудь такое, блядь. Что за знак, блядь? Блядь, вот, блядь, я только включил, нахуй, пиздец. Я, блядь, казах, я, блядь, украинец, я белорус, я... Спасибо большое. Ну и начинает вот это делать. Такая говорит, ты только родители мне говори. Бля, ужас. А я еще тогда, было, я еще не понимаю, что это такое. Потом иглу достану, шприц. Блядь, ужас. И начинает себе. Вам не стыдно такие... Ну, все понятно, все к ДК. Я, бля, я не понимаю, ребят, я не понимаю. Я для чего завел мем «Все к ДК»? Чтобы все понимали, когда я запускаю все, нахуй, все дела откладываешь, побежал, блядь, к Дане Кашину. «Все к ДК», блядь, что за... А это, короче, у меня был тур, мы были в Минске, и нам было делать нехуй, мы, короче, на полусерьезе арендовали лимузин. Или не в Минске это было, либо в Нижнем Новгороде. Мы, короче, арендовали лимузин. Все участники тура, короче, купили себе странные костюмы. Вот, там был чувак в костюме горничной, был костюм невесты у Ани, что-то еще, и костюм осла был, во, я вспомнил, там девчонка была в костюме осла, и мы поехали есть шаурму, короче. Как будто у нас свадьба, поняли, типа, мы приезжаем за шаурмой, короче, все люди в ахуе просто, мы выходим, я такой марокканец, там, этот... невеста в свадебном костюме стоит, жрет шаурму. Было охуенно. Во-во-во, вот это я понимаю. Все в порядке, мимо. Я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Ну, замечательный мир. Да ладно, ладно, все, ребят, можете не молчать, ребят, в чате. Все, можете не молчать. Ну как в жизни, хули, ничего не поменялось. Он также в Питер приехал, пизды сразу получил. Бля, ненавижу Петрова. Значит, перед тем, как я начну... О, я смотрел, я тогда видели? Вы видели в чате, что я писал? Вот здесь, наверное, даже будет. Я просто хуйню, они просто пишут, короче. Сейчас я вам хочу рассказать, что я хотел сделать, но не решился. Ну, бля, короче, когда они стримили, я просто залупу всякую в чате писал, прям вообще лютую, короче, типа. Ну, я забыл что-то, просто хуйню нес, короче, на Диппинса орал, что он на себя внимание, типа, больше берет, чем на меня. Вот. И после этого стрима я, короче, хотел, знаете, что сделать? Я просто рассказываю как идею, я ее не реализую, если что. Ну, сейчас расскажу. Короче, я хотел написать Даше Каплан. Короче, и заанонсировать. Ну, если она согласится, естественно, мы же говорим в том ключе, если она согласится. Заанонсировать стрим такой же, короче, поняли? Типа, вся правда, знаете, прям анонсировать, что там пиздец, грязь, короче, жестко будет, бля. Обсудим все, просто ужасы, короче. Ну, что-то такое, инсайды, вот такая хуйня. Да, Мина, я тебя люблю, я писал. Ну, я так, это я в прикол, ребят, я скопировал, если честно. Вот. Короче, вот, и запустить стрим, и где я просто буду такой, написать реальный список вопросов, и типа... Расскажи, ты пьешь воду? Типа, и просто час хуйню ее спрашивать, просто лютую, короче. Просто. Скажи, а ты дышала когда-нибудь воздухом? А вот у тебя было, когда ты резко встаешь, у тебя в глазах темнеет? Вот такую, короче, хуйню час спрашивать. Но я потом... Ну, это звучит пиздато, но я потом понял, что меня, по-моему, с говном съедят за то, что я на этой теме пытаюсь хоть как-то прокатиться. И я из-за этого, короче, решил, ну, хуй с ним, не буду так делать. Сука, ну, пиздец, смешно было бы ждать.
Ну, типичный стрим, братишки, ничего сказать не могу. Сидит, чвякает, хуякает. Вопрос блин. Такой. Не то, что у меня вот поставленная речь. Ну да, мы подойдем к этим вопросам. Хорошо. Ему 900, ей 19. О. Судьба свела, не разбежаться. Это правда, это правда. Убегай, давай, дыши, плюнь на это, жизнь мила, это же похуй, ты летишь. Чему соболезнуешь? Моему хорошему контенту? Ты типичный бабл-квасер. Еще раз я увижу хейт в мою сторону, я не буду отвечать, я буду сразу удалять. Буду знать. Ионагент, да, ионагент. Да, вот этот тайминг был, пиздец, я обосрался. Да я извиняюсь, я просто пошутил, все, все. Бля, ебать тогда, ну, штаны насерил, если честно. А вы слышали? Это тайминг, да. Ну, это лучшие у меня тайминги, подписываемся все на мой Twitch. Лучшие тайминги вообще, в принципе. Бля, мне читать влом, короче, блин. Да, блядь, про любого стримера, который аж кудишку на стриме курит. Я считаю... А я не знаю, что это, осуждаю вот это слово на «а», на смешное. Это куда намного хуже. Фумошку он имел в виду, я просто не знаю, что это за слово. Чем казино и все, и что-либо другое, блядь, вот это вообще пиздец. Чего? Что? Что? Я считаю, что это куда намного хуже, чем казино и все. Бля. Бля, ебать, деменция. Ты что-либо другое, блядь, вот это вообще пиздец. Оправдан полностью. Я сам порой этого стримера какого-нибудь смотрю, который вот аж кудишку себе в задницу. Я не знаю, что это за слово, аж кудишка. Я знаю слово фумошка, вот это слово не знаю. И тоже так, знаете, иногда мысли пробегают. Бля, а можешь попробовать, это так прикольно. А вот казино, когда я стримлю, никто не хочет попробовать. Мне вчера показывали какой-то чел, я просто не знаю кто, вот мне просто вот показали, я такой, а, прикол, и убрали телефон. Типа стримил, короче, казино, и где написал плашку, не играйте в казино, блядь. Стримил казино, выигрывал деньги якобы в казино, и наверху написал, не играйте в казино, блядь. Как вам нахуй? Идиот. Да все, все, не, Хесус, оправдан полностью, я считаю. Все тогда, ну, я извиняюсь, я хотел принести, ребят, хотел принести свои искренние извинения перед всеми, кто играет в казино, за то, что я их, ну, недолюбливаю, да, так скажем, я уж против этого не борюсь, потому что я чё, блядь, революционер, вот, ну, вот, перед теми ребятами, кто, вот, кто стримит казино, хотел принести свои извинения, дело в том, что я рекламирую Фума, и это намного жестче, чем ваше казино, я, блядь, ну, я, наверное, удаляю Twitch, потому что, ну, мне стыдно, мне искренне стыдно, вот, да, вот, российское правительство выложило официальный график вреда рекламы, да, и электронки там на первом месте, а вот, ну вот лучше, как говорится, есть такая пословица известная, лучше не болеть, ну, не знаю, да, лучше не кашлять после электронок, чем проебать квартиру. Знаете, вот такая вот я вот, ну, в принципе, ну, пословица хорошая, вот, поэтому, да, вот ухожу на пике карьеры, ребят. Ну, все, понял. Не, оправдан полностью, здорово. Ладно, да, надо попробовать, наверное. Не-не-не, я так и не подсел, ну его в жопу. Шо? А я вот тоже смотрел, как он казино играет, и вот думал, дай-ка попробовать. Ну, дай-ка попробую. Ну вот не подсел. Не, я подсел. Не, хорошо, вот его аргумент, типа. Я вот смотрел, как какой-то вот там очередной, да, вот это очередняра, да, сидит с электронками, да, и захотел попробовать, но не попробовал. То есть реклама не сработала. Ну вот я вот, Хесус, я вот реально, вот честно говорю, вот, ну сейчас я не придумываю, не рофлю, реально. Вот у меня были, ну, деньги я откладывал на квартиру, сейчас их нет. Я просто посмотрел, вот, ну вот,
Ну вот ты стримил казино, я решил тоже попробовать, и реально попробовал, и все проебал. Вот. Как думаешь, ну вот ты просто, вот ты говоришь, что ты захотел попробовать, у тебя была такая мысль, но не попробовал. А я вот, ну вот у меня проскочила мысль, я реально не мог остановиться. Я все деньги, ну, проебал. Вот. Ну ладно, я все равно, я извиняюсь за то, что я рекламирую это, ну мне реально стыдно, я, блядь. Опа. Неудобно. Здравствуйте, Денис. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу... Я... Бля, какой плохой фейк. Решил твоя позвонить мать, вам. Илюха! Осуждаю! Осуждаю. Не, вообще это слово в принципе осуждаем. У нас на стримах такие слова не говорятся, ребят. Да, вне зависимости от правил Твича, у меня есть тут свои правила, и унижение женщин в подобном, ну, подобным словам у нас здесь запрещено. Поэтому подписываемся все. Да, бля, я не хочу это читать, не в лом. Сука. Я вас, блядь, всех перебаю! Уёбки, блядь! Ну да, вот у нас на стримах гармония чистая с Твичом. О, ну, с чатом я вообще прям, ну вот, у меня чат лучшие друзья. Ой, самый лучший. У нас тут гармония идеальная, ребят. Подписываемся сразу же. Лично им нахуй! Я сижу, блядь, уже который год нахуй! Стримлю, блядь, для них! Они приходят и пишут мне скучно, нахуй! Иди, блядь! Да, бля, сука, тоже скучно. Да пошел ты в пизду! На улицу, если тебе скучно, блядь! И там ты узнаешь, что такое скучно, нахуй! Бамблби, трансформируйся. На работу надо. Ай, красота. Здорово. Там. Я так хочу отправиться в одиночный поход по Швеции, но понимаю, что этому не бывать. Просто потому, что я девушка, и потому, что меня один раз уже изнасиловали. Если честно, я бы не хотела повторения этого опыта. Мне кажется, на меня... Если честно, я бы не хотел повторения этого опыта. Бля, какую хуйню просто этот Ликей читает. Это же Ликей канал, да? Вот стоп, его же голос. Просто какую хуйню он... Где он это вычитывает? Меня, говорит, уже один раз изнасиловал. Я бы не хотел... Мне бы не хотелось повторения этого опыта. Я в ахуе, блядь. Всем похуй, понимаете? Мне, на меня в интернете всем это похуй, правда. Да? Я в интернет, за интернет плачу, всем похуй. Да, я с кондиционером говорю, блядь. Мне до сих пор кондиционер не починили. Ни бойлер, блядь. Вот у меня бойлер, помните, сломан в квартире. До сих пор не починили, всем насрать, блядь. Почините, всем похуй. А, все, понятно. Вот это хороший тайминг, добрый. Счастливые, да? Счастливые, да? Счастливые мрази. Не, не шарят какие внутрики. Алина, я как понимаю, это бывшая Вова, да? Мне просто похуй, если честно. Мария, можете лицо показать? Ты мразь, посмотри. Бля, охуенно реально. Бля, ебать, я аж хрюкнул. Не, вот это разъёмно. Сука. Алина, это девушка Хесус? А, ну я просто не шарю, мне, если честно, похуй. Бля, сейчас скажешь, что это на меня похоже. Бля. Просто, знаете, вот сколько я в интернете существую, меня с этой девушкой доебывают, бля. Не отвечаю вначале ха-ха-ха, но потом, когда это... Вот это, знаете, это на уровне, когда, блядь, вот какой-нибудь полоумный, блядь, пройдет мимо люка, да, на улице, увидит, что на люке написано ДК. Бля, сука, счастье нет дураку предела, нахуй. Все, по... Ха! ДК, блядь, ДК, нахуй! На люке написано ДК, блядь! Срочно в предложку, блядь, постами 100 штук, нахуй, хуярим, блядь! Даня, увидь, блядь, ты чё, нахуй? Ебанулся, на люке написано ДК, блядь! Это ты, что ли? Ха, пошёл! Блядь, что с этой, нахуй? Реально, вот сколько я с 16-го, с 15-го года в интернете, меня каждый раз, блядь... Я говорю, я вначале тоже ха-ха-ха, ну да, похоже, ха-ха-ха, типа там отшучусь. Но меня доебала эта хуйня просто. Или просто вот дом культуры какой-то, ДК написано. Ха, бля, ДК, ёпта, тебя же тоже ДК, блядь, сука, пиздец. Это невозможно смотреть, вот ощущение, что встал на...
Бля, я боюсь, что это за знак, нахуй. Вот это что за знак, блядь, какой-то. Нахуй? Это кто, блядь, вообще какой? Нацик какой-то, блядь, чешо, блядь. Это долька для ежа. Бля, охуенное время было. Мне очень понравилось времена Pixel Bat. А, это 89-й знак. Похож вообще на какой-то, ну, блядь, Азов, блядь. Запрещенная в России экстремистская организация. Бля, какой хуй поймешьный. Надо, короче, ребят, надо созывать, ну, сбор общий 89-го и это самое, блядь. Ну, короче, блядь, поднимать вопрос, хули, что за с нашим знаком, блядь, мы как будто это зимуем, блядь. А что осуждаю? Я, ну, это по законам, я уже сделал плашку, что это запрещено в России организации. А где моя? Вот этот чел, вот это я понимаю. Бля, у меня, ну согласитесь, у меня лучший арт. Вот реально, в принципе, лучший. Просто, блядь, взял просто свою фотку, размазал нахуй, и все, готово. Ну это, конечно, здорово, прикольно, но у меня самый лучший, я считаю. Ну это тоже прикольно, не, базар, не, конечно, прикольно, есть что-то в этом, но у меня... Не затянуто ни разу, давайте еще подольше, да, здорово. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подожди, кто говорит, блядь? А, это вы? Да. Здравствуйте. Да. Объясните мне, почему у меня Maz FM забанен, а у меня страйки на канале? Нихуя. Не знаю. В смысле не знаю, вы директор Твича. Да? Заебали. Буду знать. Ты это мне сказал? Да, это тебе хуй. Выйди нахуй из комнаты, если ты залыл. Да я тебя сейчас въебало выйду. Трахать. Ну какие-то мемы вообще для, ну, дураков. Я помню пенис, я помню пенис, я знаю пенис, я помню пенис. Typical Twitch. Да. Да ты шо, блядь. В крупном областном центре живут супруги Павличковы, Глеб и Жанна. 3 года назад в их семье произошла трагедия. Они потеряли единственного сына. 20-летний Алексей разбился в горах. Чтобы оправиться от горя, супруги с головой ушли в собственное дело. Организовали маленькое турагентство. Глеб выполняет обязанности директора, Жанна – бухгалтер. Сегодня они вернулись домой поздно. Из-за важного клиента у них было много работы. Хочешь, ножки полно. Ой, не надо вот мне ножки трогать. Вот не надо ничего где-то делать. Почему ты со мной такая холодная? Господи, Глеб, ну потому что погода холодная. Потому что я хочу горячего чая и спать. Я больше ничего не хочу. Блин, надо будет посмотреть, звучит классно. Это жизнь. Ну почему? Почему ты так со мной разговариваешь? Ну как я с тобой разговариваю? Как бы, ну ты хочешь отделаться, что ли? Глеб, ну что ты вот... Не затянуто ни разу, здорово. Вот прям динамика соблюдается, прям такой, ну знаете, есть такой... Чувство ритма монтажера называется. Вот она здесь соблюдается. Ну, пока динамично очень, не затянуто ни разу. Скажу сразу. Я не устал смотреть, здорово. Отвали, старый пень. Не, ну сейчас хотя бы про меня много было, я согласен, нормально. Что за это? Что это, блядь? Что это в конце было? Что это, блядь? Что это было? Ну ладно, буду знать. Ну и дурка, блядь, пиздец. Нахуй я это вообще смотрю, я не понимаю. Каждый раз ловлю себя на мысли, нахуй я на них смотрю.